На территории Краснодарского края произошло настоящее извержение вулкана. На днях 19 октября в Крымском районе началось извержение грязевого вулкана Шуго. Очевидцы запечатлели невероятные кадры. Вулкан Шуго является одним из самых крупных действующих вулканов на территории Керченско-Таманской вулканической области. Как мы знаем, вулканическая грязь является очень лечебной. Ее применяют в санаториях, люди просто приезжают к жерлу вулкана, чтобы принять грязевые ванны. Но также вулкан очень опасен в период своей активности. Он производит выбросы грязевых масс и газа, которые могут самовозгорать. Таким образом, он самоочищается. Кстати, самое большое жерло вулкана Шуго достигает в диаметре 500 метров и уходит под землю на многие километры. На территории памятника природы постоянно сохраняется грязевая активность, но в данный момент она достигла внушительных масштабов. Грязь выплескивается на многие метры вверх. Кстати, летом я была на этом самом грязевом вулкане и осталась под большим впечатлением. На тот момент грязевая активность была не в такой высокой фазе, но тем не менее было очень интересно наблюдать за этими выбросами из жерла. Мне очень понравилось это место, поэтому если вы не видели этот ролик, обязательно заходите, смотрите и посещайте это место, если будете в этих краях.